28opt.ru. Крупнейший интернет-магазин тату-оборудования в России. Доброго времени суток тебе, мой любимый подписчик и, конечно же, подписчица. Сегодня мы будем веселиться, отжигать и творить полный трындец. У нас тут в подвале Killfish находится. Для начала мы пойдем пожрать, а дальше я все расскажу. А вы что здесь делаете? Привет, Бомбер. Пришло время искупления. После твоей татуировки моя жизнь покатилась к чертям. Меня уволили с работы. И я отгрыз себе ногу! Не по-христиански это. Тебе должно быть стыдно. А мне нормально, если честно. Блять, ребят, я не знаю, я осознаю, да, мой косяк. Ну, что делать-то мне? Я не знаю. Теперь ты будешь жертвой несладкой халявы. Ну, давайте тогда в студию пойдем. Чувак, мы же тебя на другой ноге били. Нахер ты эту отгрыз? Заткнись и выбирай место. Цифра 5 у нас. Нога. Какую ногу бить будем? Ну давай, как и тебе, правую. Вот эту. Тут. Окей. А теперь зачитаем наказание. Первый пункт. Мы вдвоем бьем тебе, что захотим. Второй пункт. Мы бьем, что захотим тебе. Вдвоем. Третий пункт. Рандомная татуировка от нас двоих в авторском стиле хэндпоком. Четвертый пункт. Мы бьем, что захотим. Ну, пятый пункт не особо разнообразный. Мы вдвоем бьем тебе, что захотим. И, конечно же, наш любимый, шестой. Мы бьем, что захотим, тебе на ноге. То есть выбора у меня никакого нет. Надо соблюсти ритуал. Да не буду я его кидать. Тебе нет выбора. То есть вы идете мне вдвоем, кто все захотите. Ба-ба-ба. Ну пошли, блин, в рот вам ноги. Ух, инвалид. Кстати, в прошлом выпуске подписчики не оценили всю силу перекиси водорода. Я сейчас исцелю тебя. Ебать. Я снова могу ходить. У тебя выросла нога. Вот она, сила перекиси. Садисты проклятые. Я-то все по приколу делаю, чтобы смешно было, шоу, блин. Ну а что бить-то все-таки будете? Решили хоть? Что получится? Вот оно, мать его, искупление грехов. Но что же не сделаешь ради своих жертв, блять? Че, вы так и будете стоять? Перчатки хоть одень. Смотри-ка, а машинку держит, как будто умеет уже. Ну как? Нравится? Не очень. Дергайся, а то криво получится, как у меня. Такую же хочешь? Ладно, лайк. Да, ёб твою мать, это ж перекись. Ах ты, ёбаная жопа! Те реснички, реснички! Да. У тебя краска, походу, кончилась. Да, сижу надо мной же, издевается, а я сижу и помогаю. Своими же методами. Вот с тобой я, кстати, не был так жесток. А как ты мог быть жестоким, когда я сам себе делал?
Сам не сладкой халявы хотел. Стой, 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 стой. Ебать! Ебать! Ты делай! Я для Джангирова с Рябовой оставлял эту ногу. Ну, чтобы они сделали хорошие наколки. Кабанчик смог. С другой стороны, это отлично. Нет здесь другой стороны. А, моими словами. Слушай, ну все, моя очередь, давай сюда. Начинается. Ой-о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 й-
они... Ну-ка, подержи. Желтый, ты говоришь, любишь, да? Посмотрим, сделаем желтую. А еще и не глядя. Твою мать. Где там твоя татуха? Ах, ёпта! Ты скажи, как там татуха закрыта. Рекламная пауза! Торговый центр Омега, город Тольятти, третий этаж, секция 37. Ай! Любые кроссовки такие же крутые, как у меня, можешь купить. И майки, да и все остальное. Торговый центр Омега, третий этаж, 37-я секция. Проститутка привокзальная. Ты не так плохо, но не так плохо. Вот. Тот Кирилл из 4-го выпуска, он просил передать. Доставлено. Хочешь, я тебе фокус покажу? Открываем свой салон. Да? Ну и чё, вы довольны теперь? Рады? Искупил я, блядь, свои грехи? Да. Собственно, да. Ну да. Мы пошли. Да. За ногу спасибо. Да, кстати, друзья, вот такое вот бывает несладкое возмездие, но нужно, как говорится, уметь посмеяться и над собой. Напомню, подписывайтесь на наш канал, ставьте нам лайки, кстати, ссылочки будут в описании. И напомню про людей, которые хотят помочь нашему развитию, сделать контент более качественным, более красивым, ну и как минимум дать нам возможность купить какие-нибудь ужаснейшие штуковины для пыток, вы можете задонатить нам баблица, и мы о вас расскажем на весь YouTube.